В Кузбасском училище Олимпийского резерва 19 спортивных отделений. Бокс, велоспорт, вольная борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, футбол, греко-римская борьба, сноуборд, лыжные гонки и другие. Руководит отделением лыжных гонок тренер Владимир Хардин. С приветственным словом к участникам областной конференции обратилась директор училища Олимпийского резерва Наталья Сизикова и выпускник училища, президент Федерации лыжных гонок Кузбасса Александр Бессмертных. У нас совсем недавно прошла конференция Всероссийской Федерации, то есть, можно сказать так, повышение квалификации тренерского состава, который проходил в Сочи. У нас ездило от области 4 человека, 3 дня конференция проходила, и люди, которые ездили, решили, наверное, донести ту частичку информации. Не все смогли поехать, а здесь собрались тренеры именно со всей области, чтобы обсудить эти вопросы. Спортсмены отделения лыжных гонок – неоднократные победители и призеры областных, межрегиональных и всероссийских соревнований. На конференции обсуждались актуальные вопросы подготовки лыжников-гонщиков, повышения уровня знаний организации и проведения спортивных мероприятий, спортивное питание, а также основные цели и задачи спортивной сборной команды Кузбасса на предстоящий сезон. Лыжные гонки развиваются, правила постоянно меняются, что-то новшества какие-то вводятся, и чтобы наши тренеры, которые на местах работают, владели информацией. Тренер, понятно, он работает со спортсменами, тренировочной деятельностью занимается, но вот именно какие-то методики, заполнение документации какой-то, это все модернизируется и меняется, и вот эта конференция сделана на то, чтобы именно обучить, наверное, донести какую-то информацию до тренерского состава сейчас. На областной конференции присутствовали представители Министерства спорта Кузбасса, судьи всероссийской категории, тренеры, специалисты по спортивному питанию. По итогам конференции все участники получили сертификаты. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.